Всем привет! Сегодня у нас в видеообзоре самокат-трансформер от компании Scoot & Ride. Данный транспорт – это одновременно и самокат, и велобег. Он прекрасно подойдет для прогулок и активного отдыха ребенка. Его с легкостью можно трансформировать, не применяя никаких инструментов. Транспортное средство предусмотрено для детей от 1 года с ростом от 82 до 118 см. Самокат выполнен из качественного пластика и металла. Максимальная нагрузка на велобег составляет 20 кг, а для самоката 50. Размеры самоката составляют 56 на 26 см. А трансформируя его в велобег, высота будет 38 см. Также предусмотрена небольшая регулировка по высоте на 3 деления. Самокат оснащен уникальным приспособлением, которое предотвращает опрокидывание через руль. Благодаря широкой платформе, а также трем полиуретановым колесам, самокат очень устойчив. Для резкого торможения предусмотрен ножной тормоз. Чтобы осуществить поворот, нужно наклонить руль в ту или иную сторону. Также предусмотрена фиксация руля, чтобы он не поворачивался. Катание на самокате развивает и тренирует различные группы мышц, а также благоприятно влияет на здоровье. Спасибо за просмотр. Всем пока!